Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции. В студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Уровень оцениваем как приемлемый, но стремиться к более лучшим результатам, нежели достигнуты сейчас, безусловно, возможность есть такая, и мы ее будем использовать. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда. Достаточно тяжело, но справиться. Спортивное ориентирование на велосипедах. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Павел Лубенский сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодня 22 462 мегаватта, что составляет 102% по году от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока, первый, второй, нагрузка 1978 мегаватт, диспетчерский график выполняется, блок номер 3 с 18 августа, четвертые сутки текущего ремонта, работы в графике. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленской атомной электростанции доложил заместитель главного инженера Олег Кужениязов. Всего подано на текущий момент 1103 ППУ, за неделю 65. Открыто 133 ПСР-проекта, из них реализовано 19. Выработка электроэнергии за 21 день августа составила 1,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 27 миллионов. С начала года выработка составила более 15,54 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана – 1,28 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Восемнадцатого августа на Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, посвященного теме «Нарядно-допускная система. Состояние ведения документации по охране труда. Работа с подрядными организациями». В течение месяца комиссии под председательством руководителей атомной станции в соответствии с графиками проводили обходы подразделений, проверяли состояние охраны труда и соблюдение требований безопасности при проведении работ. В всех подразделениях прошли обходы в рамках третьей ступени контроля. Высшим звеном руководства были проведены обходы по направлению РУДЦ, это санаторий-профилакторий, подразделение санаторий-профилакторий «Лесная поляна». Были проведены обходы под председательством главного инженера в цехе обеспечивающих систем и под председательством первого заместителя главного инженера по химическому цеху. Все замечания выданы в работу. Представители подрядных организаций «Смоленской АЭС» ежемесячно участвуют в итоговом совещании Дня охраны труда на станции, где предоставляют информацию о состоянии охраны труда в своих организациях. ЭЛС является подрядчиком «Смоленской АЭС» на объектах с внешним электроснабжением, выполняет техническое, оперативное обслуживание и ремонт электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем пожаротушения, охраны и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, восстанавливает дефектное оборудование. Если человек полностью обеспечен средствами защиты, он, соответственно, и у него и страха нет, и он будет работать уверенней. Это касается всех, от рабочего, как он сам относится к этому вопросу, до руководителя и руководителя среднего звена. Вот когда это в голове уже отпечатано, врезано, что охрана труда – это твоя жизнь, это твое здоровье, это твоя личная безопасность, ну и, соответственно, безопасность твоего же ближайшего окружения. Я говорю не только о сотрудниках, я говорю и о членах семьи. Направление охраны труда уровня высочайшего, на мой взгляд, достичь невозможно. Потому как, если ты считаешь, что достиг высочайшего уровня, остановился – выше уже некуда. А так как находиться на месте невозможно, значит, будет падение. Поэтому уровень оцениваю как приемлемый, но стремиться к более
лучшим результатом, нежели достигнуты сейчас, безусловно, возможности есть такая. Также на совещании до руководства и специалистов подразделений доведен обзор несчастных случаев, которые произошли на предприятиях госкорпорации «Росатом» и ее подрядных организациях во втором квартале 2017 года. В сентябре День охраны труда будет посвящен теме «Нарядно-допускная система производства работ», требования к инструменту и приспособлениям, подготовка к работе в зимних условиях. Подведение итогов запланировано на 22 сентября. Девятнадцатого августа в Генино прошли соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. В спортивном ориентировании приняли участие 12 спортсменов. В основном это работники Смоленской атомной станции, подрядных организаций и их дети. Такие мероприятия мы проводим по 3-4 раза в год. Как правило, это кроссовые гонки кольцевые на Генинской трассе на нашей. Это выезды на большие расстояния, это автономные походы. Все это мы проводим при поддержке профсоюза и руководства Смоленской атомной станции, за что им огромное спасибо. Для большинства участников велосипед – это не только возможность поддерживать себя в прекрасной физической форме, но и возможность снять напряжение после трудного рабочего дня. Велоспорт дает мне заряд бодрости, если еду на велосипеде с утра. Заряд бодрости на целый день. Также после тяжелого рабочего дня можно развеяться, подумать, спокойно освежиться. Ну и выходной день – это про хорошее времяпрепровождение. С семьей я люблю кататься, мы с женой, с ребенком ходим по ходу. Да? Я остаюсь здесь, чтобы тратиться, остальные с ночевками даже бывает. И это интересно, весело. Все участники разделились на три возрастные группы. Для каждой был определен свой маршрут и количество точек, которые они должны были найти на местности всего за 2 часа. Мужчины при помощи карты искали 15 точек, юноши – 10, а самые маленькие участники соревнований должны были найти всего 5. Погода в этот день выдалась жаркой. Несмотря на это, ни один участник не сошел с дистанции. Каждый боролся честно. Быстрее всех с заданием среди мужчин справился Александр Михайлов. Среди юношей лучшие результаты первым финишировал Арсений Власюк. Обожаю ездить на велосипеде, особенно когда это дисциплина ориентирования. Очень понравилось. Первый раз поучаствовал. Необычные эмоции, давление некоторое, соперничество. Очень достаточно тяжело, но справился. Среди самых маленьких лидирующую позицию занял Денис Якименко. Все победители и призеры соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах получили почетные грамоты, кубки и медали. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленской АЭС ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и на YouTube-канале. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.